Говорит, ну если так, то конечно. Пришли, разделся догола, лег на живот, уснул, просыпается, жопа обгорела вся. Всю дорогу с пляжа костерит, и говорит, да нахрен нам этот пляж, да зачем ты мне жопу, сидеть я не могу. Она вся красная, она говорит, сейчас домой приедем, сметанкой булки помажем, все будет хорошо. Он говорит, полегчает? Говорит, полегчает. Приехали домой, номер сметаны нету. Он взял 6 пакетов кефира, вылил в тазик и так вот булками сел. Кефир холодный, полегчало. Еще яйца бултыхаются там в холодном кефирчике. Сидит, балдеет, и тут заходит теща. Картина, он сидит булками в кефире, бля. Она заходит, говорит, не, ну, ну как кончают, я видела, но как заправляются первый раз. Суровая правда Евросоюза, а давайте за ней выпьем. Давайте выпьем. Если пить, давайте тогда подытожим.